Выбор ванны комфортного размера – залог максимально приятных ощущений во время ее приема. Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Военков. Сегодня мы расскажем о том, как выбрать ванну оптимального размера именно для вас. При выборе ванны нужно учитывать 4 основных параметра. Высота бортика ванны от уровня пола, глубина чаши, ширина чаши и длина чаши. А также не стоит забывать, что есть такое понятие, как объем наполнения чаши. Высота сантехники рассчитывается, исходя из среднего роста человека. Оптимальным будет размер 65-70 см. Но если в семье есть маленькие дети, то высоту ванны можно сделать и пониже. Но при этом не стоит забывать, что глубина чаши должна полностью при наполнении покрывать тело лежащего человека. И в этом случае оптимальными размерами считаются 50-60 сантиметров. Если чаша будет неглубокой, то комфортный прием ванны не получится. По длине и ширине ванна подбирается, исходя из роста членов семьи. Здесь не стоит забывать, что помимо размера самой ванны, есть понятие длина купели. И она зачастую меньше, поэтому, выбирая, присматривайтесь внимательно к модели. Модельный ряд для комфортного принятия ванны начинается со 150 сантиметров. Но здесь гораздо более важный параметр – габариты помещения. Сегодня ванны из акрила дают широкие возможности. Можно использовать не только стандартные прямоугольные ванны, но и асимметричные угловые. В этом случае параметры вашего помещения будут использоваться максимально эффективно. Вот удачный пример асимметричной угловой ванны. При размере всего 1,60 м на метр мы получаем комфортную купель 1,50 м. Подбирая размеры ванны, учитывайте габариты помещения и собственный рост. Оптимальными считаются длина 1,70 м, ширина 70 см и высота 60 см. Если такая ванна у вас не становится, рассмотрите асимметричную модель.